Выездная служба паллиативной помощи при Самарском онкодиспансере получила 3 новых автомобиля. Раньше врачи и медицинские сестры отделения приезжали к пациентам по графику на одной машине. В год сотрудниками патронажа совершалось более 6000 выездов для помощи неизлечимо больным пациентам. На новом транспорте количество выездов планируют увеличить многократно. Мы консультируем этих пациентов в отделении паллиативной помощи и при необходимости передаем на курацию. Отделение паллиативной помощи оказывает выездные услуги, в том числе на дому, помогает пациентам в плане подбора поддерживающей терапии, в том числе оказывает психологическую помощь. По факту приобретения мы можем расширить наш род деятельности, расширить и территорию, и, в общем-то, количество нуждающихся. Обновление автопарка происходит по поручению президента о модернизации первичного звена здравоохранения. Только сейчас в паллиативной помощи нуждаются 1200 пациентов со всей области. Группа пациентов паллиативных – это особенная группа пациентов, которая рассматривается в первую очередь симптоматическая терапия, то есть избавление от тех тягот, которые их физических, в первую очередь, психологических, которые их на данный момент именно беспокоят. В ходе выезда патронажные бригады не только осуществляют общее наблюдение. Также в их обязанности входит консультирование участкового врача, настройка оборудования и медицинской техники, выданной больному для использования на дому. Ольга Хамракулова, «События».